Пожалуйста. Да, я могу. У меня жена. У меня жена 30 лет. Кубок – это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно. Есть один матч, его надо выигрывать. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть ничью, но в конечном ты добиваешься результата, догоняешь команды впереди, которые идут, то здесь нет. Есть одна игра, но нужно быть здесь самым сильным. Поэтому матчи всегда проходят бескомпромиссно, они проходят очень интересно. Для нас он очень важен, этот турнир, потому что это второй титул, который после чемпиона. Я думаю, для всех команд он важен. Есть первенство, есть чемпионат, да, это длинный турнир, длинная дистанция. И чемпион, есть чемпион, есть второе, третье место. Здесь есть один победитель в тоже непростом, в тяжелом турнире, но я считаю, что недооценки какой-то, но я не вижу. На самом деле мы играем завтра с чемпионом действующим. Ну вот, наверное, это один из примеров. Если проводить параллели с прошлым финалом вашим и нынешним, можно их вообще сравнить или нельзя? Ну, это две разные жизни, нету одинакового пути, нету одинакового финала. Абсолютно все разное. Но цель одна –